Приветствую вас, читал ваш текст, и мне не было понятно с самого начала одна деталь, а именно, из-за чего, собственно, поругались-то с молодым человеком. То есть то, что вы потом начали там друг другу рассказывать о своих подвигах, это понятно. Как бы эта история отдельно. Конечно, как бы, это вопрос и вашего выбора, да, это вопрос выбора мужчины вами, да, то есть вот, если вам, например, ну, не нравится, да, допустим, как он себя ведет, да. А вот, мужчина, я имею в виду, если не нравится, то, как бы, зачем вы тогда с ним, да, для чего? Тогда вы с ним. Если вы его любите, если вы его там, ну, например, принимаете, да, вот таким, какой он есть, то здесь, опять же, не совсем понятно, если вы его принимаете таким, то, наверное, вы знали. Ну, знали, что он может начать рассказывать о своих там каких-то похождениях, да? Грубо говоря. Вот. И здесь как бы тоже есть тонкость. То есть, если вы знали об этом, если вы знали об этом, то что? То есть вы об этом знали и как бы, знаете, какая штука? То есть складывается такое ощущение у меня, по крайней мере, что вы сейчас как будто первый раз увидели своего молодого человека. Что вот он у вас такой. Что вот у него, ну я не знаю, такие проблемы, да. Что вот у него там сейчас такие трудности, да, вот, и так далее. То есть, честно, как будто первый раз. Но я не думаю, что вы первый раз. Но я не думаю, что вы первый раз как бы об этом знаете. Что вы впервые с этим сталкиваетесь. Я не думаю. Я думаю, что вы сталкивались с этим и раньше. Только, может быть, предпочитали игнорировать, предпочитали, может быть, не замечать там и так далее. Вот. Но я более чем уверен, что вы знали, что ваш мужчина, вот он такой. И вы знали, что он может вести себя вот так. Как бы. Ну вот. Я более чем уверен в этом. И вы его, вот то, что вы его, то, что вы его приняли, да, вот таким. Вы знали, что он такой.
Ну, это как бы вот это и является, наверное, самым главным моментом. Вот. В этой ситуации всей. Вот. Потому что как бы вам ну, надо ответственность нести за себя в этом аспекте. То есть не человека там обвинять, да, что он какой-то не такой, а вам самой нужно брать и нести ответственность за то, что вы делаете, за то, как вы делаете, за то, почему вы делаете именно это. Да, именно это. А не там что-то другое. Понимаете? Вот. И это вот и является, в принципе, самым главным. Вот. Потому что, ну, в остальном, тут мало что вообще можно сделать. Вот. В остальном. Это я вам серьезно говорю. Дальше. Значит, вы ему грозились тоже рассказать о том, сколько у вас было мужчин. А я, конечно, очень хотел бы знать, зачем, да, то есть для чего, с какой целью. Вот. Опять же, все это, на мой взгляд, да, упирается только в одно, что вы, значит, из-за чего-то поссорились, из-за чего-то такого довольно важного для вас. И что ссора у вас происходила, ну, далеко не в первый раз. Как бы, что, скорее всего, это была, ну, не первая ссора, в общем, вот. А дальше конфликт уже был, и был он, этот конфликт, какое-то время, вот, а раз конфликт был какое-то время, значит, все, что вы описали, это всего лишь следствие. Вот. И чтобы понять причины, да, то, чтобы понять, насколько там это важно, вот то, что с вами произошло, да, то есть поставил мужчина на вас крест, не поставил мужчина на вас крест. Вот. Чтобы это понять, чтобы это узнать, нужно проанализировать отношения все целиком, а не только ту маленькую часть, да, которую вы нам дали, которую вы нам предоставили. Этого объективно мало. Исходя из того, что вы написали, я могу только лишь предположить, я могу предположить, что мужчина сейчас обижен на вас, и он, в общем-то, не готов и не настроен на то, чтобы с вами общаться. Дайте ему время немножко, пусть отойдет, пусть придет в себя, хотя бы немного, пусть придет в себя, вот, отойдет, потом ему напишите. Вот. Кстати, что вы ему написали-то? Ну вот, после ссоры, то есть вы же вроде поругались, да, и
ругались, следуя вашим же словам жестко, а потом вы опять ему пишете. Вот. Сами пишете ему, да? То есть, как бы, зачем? Зачем? Вот. Понимаете? То есть, я думаю, что нужно анализировать именно то, чего вы хотите, в первую очередь. Именно то, что вам нужно, в первую очередь, да? То есть у вас нету четкой позиции по этому вопросу, вы говорите, что я не могу с ним общаться, да, вы как бы говорите, и ему сказали, что не можете общаться с ним, вот. И тут же вы, значит, пишите ему, тут же вы пишете ему через какое-то время. Вам бы подождать, пусть он, значит, там, не знаю, соскучился бы по вам, да, и так далее, а вы сами пишете. Опять. Значит, что получается? Ну, значит, если вы пишете, значит, у вас есть в этом потребность. Правильно? Вот. И именно эта потребность и заставляет вас, скорее всего, ссориться, вступать в конфликты с ним и так далее. То есть я рекомендую вам, да, как следует на эту тему подумать. Какое место вы сами себе, да, отводите в этой ситуации, в этом контексте? Какое место? Какую роль? Вот. И что вы будете делать, если мужчина поставил на вас крест, как вот вы говорите сейчас? И что вы будете делать, если мужчина все-таки не поставил крест? То есть, если он, если все-таки там, что-то еще есть, да, если какие-то еще моменты можно будет реализовать. Вот. То есть вы сами вот что будете делать? Или вы от него зависимы настолько? Если зависимы, то за зависимость, конечно, желательно бы убирать, потому что зависимость ни к чему хорошему не приведет вас. Это однозначно совершенно. Вот вы спрашиваете, да, вы говорите, он на мне поставил крест, поставил, может быть, мы не знаем, это ваш мужчина, допустим, поставил, хорошо, и что дальше? Знаете, какая штука? Вы сами для чего интересуетесь этим? Вы сами воспользуетесь лучшим моментом, пока вы
не вместе, да? И работайте над собой, над своими отношениями. Работайте над своим восприятием мужчины. Вот. Не только этого вообще. С собой поработайте, над своим самочувствием. Вот. Подумайте о том, насколько вы честны с собой. Вот вы сами, насколько честны с собой. Вот. Об этом попробуйте. Подумать как следует, только. Но. И вот уже из этого исходя, вот уже из этих моментов исходя, да, уже можно будет, я думаю, уже можно будет что-то сделать, я думаю, уже можно будет что-то выявить. Вот. А пока вы думаете не о себе, не о своей роли в этом, а исключительно только о том, поставил ли он на вас крест или нет, я думаю, что ссоры, они, это лишь вопрос времени. Вот. Потому что, ну, проблема не решается, даже если он не поставил крест, он все равно, даже если он не поставил крест, да, он к вам вернется, вот, но что это будет? Что это будет за отношения, что это будет за ваше взаимодействие, какое оно будет? Такое же, да, первый ссор, до первой ссоры будет. Ну и, соответственно, вопрос, который у меня к вам, да, вы действительно этого хотите? Таких отношений. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.